Конкурентоспособность и направленность на экспорт украинской продукции. В Одессе прошел международный форум по вопросам технического регулирования. На встрече предприниматели области представили свои товары и обсудили европейские стандарты с министром экономического развития и торговли Украины. Все это подключается через компьютер, может работать удаленно. То есть человек-оператор может сидеть вдали от лаборатории. Допустим, аттестационный анализ и контроль. Да, то есть это информация не скидывается? Да, да. Получи. Анализаторы цельного зерна. То есть это информатик 8800 анализирует все основные показатели в зерновых и масличных. То есть если, допустим, это пшеница, это влага, белок, клейковина. То есть вот пошел первый образец, он его промеряет, второй промеряет, третий, 10 раз. И потом выдает среднее значение. Это основные показатели при приемке сырья. То есть это для элеваторов важно, это для хлебоперерабатывающих, для инспекторских компаний. На форуме также рассказали о законодательных новшествах в сфере технического регулирования, стандартизации, метрологии и условий работы предприятий. Единые стандарты и технические регламенты играют роль, ключевую роль в развитии экономики Украины на мировом уровне, подчеркнул министр. Це відкриття нових ринків, це відкриття нових можливостей, це формування додаткового ланцюгу вартості і конкурентності нашої продукції на європейських і світових ринках. Підписання угоди, наприклад, з Канадою чи з Європейським Союзом дозволили розширити можливість формування і сформували ми експортну стратегію нашої держави. Форум уже прошел в Харькове, а после Одессы отправятся в Киев, далее во Львов и Днепр.